Всем привет, хочу представить, это коуч Алик. Алик, как настроение? Всем привет, да, отличное настроение. Готовы к бою, все хорошо. Да, не в офисе, перемирно. Как готовились к оппоненту? Вы смотрели его, посматривали? Конечно, по-другому как можно готовиться? Надо знать, что делает соперник во всех раундах. Готовились под него. Готовите ему сюрпризы? Ничего такого, никаких сюрпризов, просто спокойно выйдем, нокаутируем. Я понял. Наработки уже есть, да? Так понял, задатки свои. Конечно. Паша, какая готовность? Пару слов. Готов? Конечно. Все готовы. Молодцы. Спасибо, ребята. Так, говори, брат, говори. К нам Мага добавился. Вот, Мага, пару слов о готовности, о сопернике. Все хорошо, все отлично, соперник, обычный соперник, вендор, у него белая кожа. Две руки, две ноги. Две руки, две ноги. Просто тут будет решаться, кто умнее, кто лучше готов. И мы думаем, что я лучше готов, как бы, и все зависит. Мы не думаем, мы знаем. Да, мы знаем. Иди подпиши вместе. Спасибо, Мага, за комментарий. Спасибо, спасибо. Хочу представить это, Василий Лепихин, сегодня у него, завтра точнее, сегодня простоит взвешивание и завтра бой с Марком Чемидовым, которым у них будет реванш. Вот, напомню, что прошлый бой закончился в ничью, этот бой будет титульный. Как готовность? Готовность отличная, проделана хорошая работа, хорошие спарринг-партнеры, морально, физически, психологически готов полностью к бою и готов просто не классировать его как боксера и побеждать. Спасибо, Вась. Пожелаем тебе удачи. Спасибо большое. Поддержим тебя завтра уже на самом турнире. Благодарю. Удачи. Спасибо. Всем привет. Хочу представить. Это Алексей Папин. Здравствуйте, друзья. Вот. Пару слов о готовности и о своем сопернике. Ну, о готовности. Готов отлично. Прошел очень хороший сбор. Наверное, самый лучший сбор за свою боксерскую карьеру. А соперники свои могу сказать, что очень хороший соперник впервые в моей карьере такого уровня. Боксер с таким хорошим послужным списком. Так что настраиваемся на хороший бой. Все, можем. Пожелать. Одержим победу. Я понял. Желаем тебе удачи. Спасибо. Все, будем за тебя болеть. Спасибо. Завтра увидимся на турнире. До завтра. Давай. Представить, это Екатерина Березова. А что ты так на меня смотришь? Екатерина Березова. Канал Бокс ТВ. Вот у меня есть микрофон, я его покажу. Вот, пару слов о турнире. Какие ваши прогнозы? На самом деле турнир я жду, и это очень классно, что в Екатеринбурге такого уровня турнир будет проходить. Жду не только главного боя вечера, потому что здесь собралось очень много боксеров, которых я знаю лично, за которых буду болеть очень-очень сильно. И я думаю, что завтра, 17 декабря, будет большим-большим праздником в Екатеринбурге, будем встречать. Вот. Еще какой-то вопрос? Личного характера. Прогноз. Поветкин? Ну, конечно, Поветкин. Поветкин? Да. Мне, кстати, я скажу по секрету, я уже взяла тоже прогноз у одного человека, он сказал, что Поветкин по очкам выезжает. Ну, лично прогноз либо Поветкин по очкам, либо Стивен нокаутом. Лично, как я слышал, такой прогноз. Да. Мы посмотрим завтра. Я же девочка, меня такие вещи не надо спрашивать. Я хочу просто посмотреть на красивых парней, которые... Спасибо тебе большое. Нет, нет, почему у меня рот закрывает? Я хочу завтра просто красивых парней посмотреть и на красивый бокс. Ну, парней будет завтра много красивых. Целых 10 пар. Поэтому посмотрим. Все, пока-пока. Это Влад Елисеев, матчмейкер промоутерской группы РМК-боксинг, да. РМК-боксинг, не только РМК, и мир бокса Андрея Михайловича Рябинского. Как пару... агент, да. Как агент. Пару слов о турнире, об оппонентах и о самих боксерах. Да, намечается очень серьезный турнир, все подобраны очень-очень плотно. Вот, будут конкурентные бои, неизвестно, где вообще победить, потому что интрига будет в абсолютно каждом бою. И итак, следующая обещает быть очень интересным бой. Какой не взять, будет накал, все будет. Весе, поэтому приходите, будет очень интересно. Правда, билетов, наверное, уже не осталось. WBC World Heavyweight Champion, 25 victories, 21 of those by knockout. 17.
now with charging nigga 17. Ryan Green, youngest nigga in the Medellin. Mama Green in that thing in the middle lane. Did some things for my nigga. 113.1 kilograms for the former world champion, Jermaine B. Westerland. And next up onto the scales, his professional record stands at 30 victories, only one defeat, 22 of those 30 wins by knockout from Chekhov Prusia. He is former WBA World Heavyweight Champion Alexander Sasha Povietkin. Sasha Povietkin! Here they are, ladies and gentlemen, it's champion versus champion for the interim WBC Heavyweight Championship of the World! I have to put it with the ring card, girls.